239 новых случаев заболевания COVID-19 выявлено за сутки в Мурманской области. Общее число инфицированных перешло отметку в 22 тысячи человек. Больше всего заболевших в Мурманске плюс 96, Североморске плюс 35 и Мончегорске плюс 24. 5 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Российские эпидемиологи высказывают мнение, что говорить о пике заболеваемости COVID-19 в стране пока преждевременно. Ведь ситуация с распространением инфекции крайне нестабильна. Когда стадия роста перейдет хотя бы в плато, никто из экспертов сказать не берется. Аргументируя свое мнение, очень разные ситуации в регионах, в одних коронавирус бушует давно, а куда-то только пришел.